Утром Sky TV продолжает работу в прямом эфире. Говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Без сомнения, зима будет снежная и холодная. Насколько мы этого не знаем, но то, что тепло должно быть в домах, в том числе и у жителей Шкодовой горы, это абсолютно точно. Обо всем этом поговорим прямо сейчас. У нас в гостях Игорь Бычков, гражданский активист, руководитель общественной организации «Открытое общество Украины». Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, давайте посмотрим небольшой информационный материал о подготовке к отопительному сезону, о том, как чиновники отчитались о своей работе. Прошу вывести на экраны. Одесские коммунальщики почти готовы к зиме и ликвидировали большинство повреждений тепловых сетей. Об этом на аппаратном совещании в горсовете заявил директор департамента городского хозяйства Александр Козовский. По его словам, из 1038 повреждений 950 уже устранили. Заменено почти 7000 погонных метров труб. Срок полной замены поврежденных труб – 10 октября. Также проведена реконструкция 5 участковых тепловых сетей общей протяженностью 2920 метров. Мы ориентируемся на 15 число. То есть обеспечение подачи теплоносителя в, соответственно, не только в теплотрассы, но и в дома. По стандарту, как правило, в первую очередь, конечно, подается тепло в медицинские учебные учреждения, детские сады, школы, больницы, поликлиники и прочее. В последующем, конечно же, параллельно мы запускаем дома. К началу отопительного сезона уже подготовлены 140 котельных города, которые находятся на балансе КП теплоснабжения города Одессы. Как сообщил Александр Козовский, заменено изношенное оборудование котлов, проведено их испытание, завершен ремонт отопительных пунктов. Рассчитывают чиновники на то, что жители Шкодовой горы вовремя получат тепло в дома. В настоящий момент там один модуль стоит. Второй будет установлен буквально сегодня-завтра. Поступает труба, ну, дымовая труба на одну из этих котелен. Во всяком случае, по информации, которая есть, они постараются ускорить эти работы. Отметим, что последние 4 года отопительный сезон на Шкодовой горе начинается ближе к декабрю из-за того, что единственная котельная, отапливающая микрорайон, не принадлежит городу и находится на территории простаивающего НПЗ. А новую котельную еще не установили. Отопительный сезон в Одессе официально стартует после того, как среднесуточная температура воздуха 3 дня подряд будет составлять меньше 8 градусов. Итак, все-таки какие-то действия, какая-то, простите, возня происходит, но мы не видим реальных результатов, и главное, что не видим перспективы завершения подготовки к отопительному сезону на Шкодовой горе, а времени все меньше. Ну, видеть мы что-то можем, надо просто хорошо присмотреться. Первое, что я, наверное, мог бы посоветовать жителям Шкодовой горы, это уже сейчас озаботиться тем, чтобы к ним в октябре, а может быть в ноябре, ну в крайнем случае в декабре тепло поступило. Это уже нужно сейчас начинать теребить одесские городские власти, чтобы они решали вопрос с котельной на нефтеперерабатывающих заводах. Игорь, я прошу прощения, в прошлом году начали этот вопрос решать жители Шкодовой горы в мае. Первое обращение к Анатолию Орловскому было в мае. Знаете, не могу не вспомнить фразу, которая прозвучала на предпоследнем аппаратном совещании, которую озвучил наш городской голова Геннадий Леонидович Труханов. Правда, про то, что Армагеддон начнется на Гагаринском плато? Да, то есть, ну, вы видели, где вы дома, квартиры покупали. Ну, да. Ну, то есть, в данном случае, к сожалению, не повезло вот жителям этого района города. Вот. Ситуация действительно сложная, котельную в этом году не запустят, и это понятно. То есть, ну что ж, жителям нужно уже заранее начинать уделять этому внимание. Я понимаю, что было бы хорошо, если бы кто-то, либо гражданские активисты, либо, не знаю, СМИ, либо еще кто-то сделал такие движения, такие действия, которые бы вот либо чудом этот вопрос решили прямо здесь и сейчас, либо хотя бы заставили городские власти в этом направлении, ну, предпринять какие-то экстренные меры. Но, тем не менее, в сентябре началось строительство котельных? Да, строительство началось, и, тем не менее, планируют его закончить все-таки в следующем году. Притом это планируют. Как показывает практика, у нас эти сроки иногда переносятся, ну,
достаточно далеко, то есть с 19-го могут быть перенесены и на 20-й год, если не будет внимания жителей, общественности, СМИ и так далее. В прошлом году внимание было просто огромным и со стороны средств массовой информации, и со стороны жителей, которые к нам в студию приходили. Мы практически каждый день звонили им и узнавали, насколько они держат оборону. И тем не менее, тепло они получили в середине декабря. Вы знаете, на сегодня, я хочу сказать так, что, наверное, наши власти, они уже попривыкли и расслабились. Массовым протестам, к акциям, там, к какому-то негодованию, недовольству жителей. Но поскольку это не приводит ни к каким, по большому счету, серьезным последствиям, то это то, с чем можно мириться. Ну, мне кажется, что у наших властей есть такая позиция. Вы знаете, дело не в акциях и не в протестах. Достаточно было увидеть людей, которые с маленькими детьми выходили на улицу в мороз и перекрывали дорогу, которые заводили наших корреспондентов к себе в дома и показывали плесень, которая очень вредна для здоровья, тем более маленьких детей. Алла, я с вами согласен. Но, к сожалению, или как по факту, да, я не являюсь ни руководителем департамента городского хозяйства Одесского горсовета, ни тем более мэром города Одессы. Поэтому я эти вот, вы так мне это говорите эмоционально, я также эмоционально это воспринимаю, мне где-то там щемит, но сделать с этим прямо здесь и сейчас я ничего не могу. Здесь, на самом деле, вопрос этот не к вам. Вопрос, скажем так, эмоциональный, потому что мы хотим понимать вместе с жителями Шкодовой горы, которые в случае чего все равно придут к нам и скажут, ну что же вы нам не помогаете. Мы с удовольствием готовы им помочь. И даже хотелось бы, чтобы не надо было помогать. И даже сейчас мы на самом деле заботимся о них, потому что замерзающие заживо люди и дети в сырых разваливающихся домах – это не так, как мы представляемся, должны выглядеть одесситы в 21 веке. Вопрос. С мая месяца по октябрь не производилось, по сентябрь, простите, не производилось никаких действий. Успеют ли они к наступлению серьезных холодов? Если нет, то каким образом будет решаться вопрос теплоснабжения Шкодовой горы? Ваше мнение. Вы знаете, у меня есть определенный скепсис по этому поводу. Более того, я мог бы добавить еще таких вот негативных ноток, но если же мы сейчас этим занимаемся. К примеру, компания, которая выиграла тендер на производство вот этих работ. Сандробут. Сандробут, да. Ну, опять, как всегда, достаточно много вопросов. То есть при тендере в 17,8 миллиона гривен разница между компаниями, которые принимали участие, была там 8 тысяч гривен. Ну, как правило, колеблется в районе 1%. Ну, и смету уже увеличили. Да, тем более потом она увеличивается. Это тоже стандартная схема, с которой мы сталкиваемся постоянно и в ремонтах дорожного покрытия, и в строительстве, в частности, каких-то объектов коммунального хозяйства. Вот. Потом я посмотрел сегодня данные по этой компании. Ну, как всегда, есть предположение о том, что они связаны с лицами, работающими в мэрии. В данном случае есть такой Макеев Олег Александрович, который является руководителем отдела Одесского юридического департамента. Да, что-то вернемся к юридическому департаменту. У нас на связи эксперт ЖКХ Мальнев Евгений. Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений, как вы считаете, насколько Одесса в настоящий момент, включая там проблемные районы типа Шкодовой горы, готова к отопительному сезону? Ну, понимаете, я последние 20 лет участвую в процессе, так сказать, управления жильем многоквартирным в городе Одессе. И, в принципе, за эти 20 лет я не помню случая, чтобы в Одессе был полностью сорван отопительный сезон. Были проблемы, были ситуации значительно хуже, чем сегодня. И я думаю, что нам не следует ожидать каких-то экстраординарных ситуаций в начале и продолжении отопительного сезона. Основные проблемы были, есть и будут, это задолженности населения за полученное тепло. Потому что долги накапливаются, газ нужно покупать, выплачивать вперед. И это основная проблема, которой, к сожалению, ни на каком уровне, ни на уровне местного самоуправления, ни на государственном уровне не ведется систематическая работа, чтобы решить эту проблему. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Евгений, а как быть, к примеру, с таким районом, как Шкодова гора, где в прошлом году людям дали отопление в середине декабря, и там дело не в том, что кто-то не платит. Дело в том, что котельная находится на неработающем нефтеперерабатывающем заводе. Не, ну все дело в том, что это ведомственный источник тепла, вот, за который, в принципе, город не должен был отвечать.
я не знаю, работает сейчас нефтеперерабатывающий завод или нет, и есть ли у него возможность содержать эти мощности. Поэтому обвинять в этом город, я считаю, не совсем корректно, но при всех случаях там живут одесситы, и городские власти должны сделать все возможное для того, чтобы люди были с теплом. Я вот слушал выступление Александра Марковича Козловского. Я думаю, что к началу отопительного сезона, может быть, не на 100% мощности, но с допустимым уровнем качества, отопительный сезон начнется и на Шкодовой горе. Услышали вас, благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Евгений Мальнев, эксперт в сфере ЖКХ, был у нас на телефонной связи. Игорь, у меня вопрос. А имеет ли смысл сейчас сделать, знаете, как в цивилизованных странах происходит, предупредительную забастовку? Я бы сделал. Я бы сделал, а получил бы, ну, как минимум... Понимание консолидации общества? Нет. Ну, это отдельный вопрос, но как минимум я бы пообщался, или, если кто еще попробовал бы пообщаться с, ну, тем же Александром Козловским. И... Со словами, ну, расскажите поподробнее, что там, да? Да, поподробнее, и все-таки получил бы какие-то гарантии. Но все-таки наши власти нуждаются в том, чтобы их, ну, скажем так, мягко говоря, стимулировали. Я снова вернусь к прошлому году и к тому, что первая встреча, и на первой встрече приезжали представители муниципалитета, и Орловский, и Козловский, и встречались с людьми. И более того, наши корреспонденты, в частности, Алия Замчинская, делала подборку, где, по-моему, 4 или 5 раз с разницей в месяц говорилось о том, что через неделю обязательно будет тепло на Шкодовой горе. Ну вот на следующей неделе обязательно будет. И это все говорил один и тот же представитель. И, к сожалению, пока на сегодня у нас с вами и у жителей Шкодовой горы нет других инструментов влияния на власть, кроме как, скажем так, теребить, требовать, понуждать и так далее, и так далее. Выводить людей на мирные протесты, на мирные акции. Это те способы, которыми мы в рамках действующего законодательства можем пользоваться. А вы ведь представитель гражданского общества, по сути, да? То есть вы руководитель общественной организации. Сути, да. Почему вы не присоединились в прошлом году к жителям Шкодовой горы и не взяли свой актив и не пришли помочь им? Чтобы там увидели не 50 человек, а 400, 500, 1000. К сожалению, в Одессе ни на одну массовую акцию, если не брать там уже 2014 год, не выходит такое количество людей. И это вопрос, в общем-то, даже не к тем, кто эти акции организует, а к тем, кто на них не приходит. Хорошо, сколько человек в вашей организации? На сегодня там около десятка. Почему эти 10 человек не пришли? А потому что, вы знаете, у этих 10 человек, на самом деле, в нашей Одессе есть большое море и большая куча разных проблем, которые происходят в разных местах. Здесь вырубают деревья, здесь, извините... Строят на пляже. Строят на пляже. Здесь, мягко говоря... Мафы. Воруют на плиточке, да, здесь мафы играются, здесь еще что-то происходит. Извините, на всех нас не хватает. А здесь ситуация, когда критический момент настал, когда надо прийти и помочь людям, которых потом гораздо больше станет в вашей организации, если бы вы пришли и помогли. Мне кажется, еще немного, и ты уговоришь. Скорее всего, не станет, но на самом деле уговорить меня не так уж сложным, как минимум. Но у вас есть другие организации, с которыми вы сотрудничаете. Мой телефон 067-485-9993, Игорь Бычков. Ну, друзья, тогда позвоните, позовите, мы придем. А может быть, нет доверия у людей к организациям общественным? Слушайте, может быть, нужно показать или служить это доверие? А где показывать? Обязательно только на Шкодовой горе? Прийти и встать рядом. Хорошо, с людьми. А люди, когда стоят, идут и защищают зеленое насаждение. Вы скажете, давайте мы там снимем и пойдем именно в это место. Я повторяю, что, к сожалению, на сегодня в Одессе проблемных мест гораздо больше, чем людей, с этим никто не спорит, в том числе из гражданского общества, которые готовы эти проблемы решать. Игорь, но есть приоритетность проблем. Там вопрос здоровья нации. Вопрос Хорошо. Здоровья будущих одесситов. Хорошо. Дайте честное слово, разговор не закончится. Дайте честное слово, что в следующий раз придете возглавить движение. Я хочу уточнить все-таки по поводу упреждающих каких-то моментов. Ведь очень часто общаемся здесь с представителями силовых структур, которые говорят, что самое важное, и мы это с вами понимаем, это превентивная деятельность. Какую сейчас можно устроить превентивную деятельность? Какие меры превентивные можно сейчас предпринять?
Ну, я считаю, что сделать, допустим, общее собрание жителей, пригласить на эту встречу того же Александра Козловского и, ну, провести с ним предупредительную беседу. Ну, как минимум, для начала вот так. Задать вопросы и услышать, что, собственно говоря, департамент городского хозяйства собирается, готов сделать вот в ближайшее время, чтобы действительно жители Шкодовой горы уже там в октябре месяце вместе с остальными одесситами получили тепло в свои дома. Задавать нужно вопрос. Я вам могу сказать, что ответят. Все будет хорошо. Ну, вот это все хорошо. Работаем. Вот это все хорошо будет зафиксировано, скорее всего, да, на определенные носители. Фиксировали в прошлом году. Хорошо. Ну тогда я вам скажу следующее. Когда-то придет момент, когда все равно чиновники вот нынешней действующей администрации будут нести ответ за свои действия или свои бездействия. Это все накапливается и собирается. И в том числе, возможно, вот эта неправда, о которой мы с вами сейчас говорим, и которую вы прогнозируете, она тоже будет включена в счет. И, может быть... А, возможно, это правда, как в прошлом году говорили. Это зависит не от нас. Мы, как город, сделали все, что могли. Вопрос к кабинету министров. Вы знаете, ну это все от лукавого. Я считаю, что если вы управляете городом, если вы распоряжаете его весьма немаленькими ресурсами, то уж будьте добры, сделайте так, чтобы горожане получили от вас хотя бы минимум тех функций того сервиса, который должны получать. А почему не получают, у меня ответ есть, если вы захотите его услышать. Говорите. Потому что у нас на сегодня... А в городе неконкурентное, скажем так, управление, неконкурентная экономика. У нас тендеры выигрывают организации, приближенные к мэру. Соответственно, мы получаем завышение по ценам, по срокам и уменьшение по качеству. Это естественный процесс везде, где отсутствует конкуренция. На цифрах мы это показывали неоднократно. Вы только что сами подтвердили, что тендерная сумма в 17,8 миллионов гривен, которая была выиграна с перевесом там, 8 тысяч гривен, сейчас уже увеличена. Это дважды. Обычная схема. Ну, как сообщает издание «Думская нет», дважды на 421 тысячу и на 284 тысячи. Да. Является ли это нарушением действующего законодательства? Нет. То есть я выигрываю у вас тендер за 10 рублей, а потом мы с вами договариваемся, что вы мне платите почему еще раз 10. Там действительно могут быть более сложная ситуация, нежели предвидели изначально. Тогда тендер должен быть, на мой взгляд, аннулирован и запущен. В связи с открывшимися обстоятельствами, как да, говорят в суде. Да, в связи с новыми обстоятельствами. А так, извините, выражаясь простым русским, понятным всем языком, это договорняк. То есть... Услышали вас, Игорь. Благодарим за то, что пришли сегодня к нам. Игорь Бычков, руководитель общественной организации «Открытое общество Украины», был нашим гостем. Уходим на короткую рекламу. После вернемся в студию, продолжим работу. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.